Ребяточки, всем привет-привет, на канале «Пиратская жизнь». Я думала, что ты что-то там с наличкой накосячил или что. Да стоп! Все, ты прям напугал меня. Мусор выкинулся. Вот. В общем, говорю, вот девчонок сейчас в тук-туке наставили на путь истины. А то все тьен-тьен-тьен-тьен-тьен-тьен. Чего они на этом тьене забыли? Все. Вот, красота. Вот. Кстати, отлив еще пока, видишь? Ну, красиво. Вот, идем к своему. Ну, давай только один возьмем, нам хватит. Да. Oh, hello! Hello, my friend! Все. Вот. А то сейчас на тьене все огорожено, все там. Вода отошла. Все, а здесь вот. А здесь тоже пока отлив, да? Ну, давай, прилип, давай нам один. Окей. Один, вот, давай, крайний. Возьмем. Все. Все-таки он решил. Он решился. Да, водички попьем, да пойдем. Чего тут нет? Да, солнца-то нету вообще. А тучка такая, как будто дождь будет. Тогда я тоже плакаю. Опа! Водичку надо пить сейчас. Даже если пить хотите. На, собери. Все, я пошёл. Видите, пока отлив. Но я так понимаю, уже прилив потихонечку идет. Камни, конечно, прям приличные. Что хорошо, что мы в этих шлепушках. Шлепушках моих. Все, пошли. Да. Да. Очень много кораллов. Ой, водичка хоть прохладник. Что-то какие-то грязь, ну, смотри как. А это типа от коралл. Да? Понял, да. Что, домой не будем сувенир привозить? Да. Кстати, из Таиланда нельзя вывозить. Не на ракушки. Но кучу людей вывозят. Кораллы. Угу. О, вот это сейчас. Мог приставать как. Хорошо. Ой, прохладненько, да? Сегодня хоть хорошая вода. Да, вот так красиво. Вот он вот. Самай. Вон девчонки. Да, да. А, и на полотенчиках. Бюджетный вариант. Ну, да, что тут, иностранцы так ходят все. А, мы, знаете, мы что-то все два хотели взять, а сейчас в итоге один взяли, нам хватит одного. А что нам только вещи бросить? Мы не лежим. Охуя. С краешку взяли. Времени мало. Да, времени мало. Поздно. За 50 вряд ли он даст. Ой, ну вода шикарная, шикарная. Прозрачная такая, хорошая. Чисто. И опять море спокойное, ты заметь, да? Да. Класс. А вот начнется прилив, будет это. Ну, да не, нормально. Хорошо. Чистенько. Класс. А все на тьен. Здесь лучше. Здесь лучше. Так, смотри там, где камень-то с этими. Он не здесь. Чуть подальше, по-моему, да? Вон там. Ну, пошли. Загружаемся. О, люди некоторые как это, звездочки. Хорошо. Не, даже при условии, что вот кажется, что много людей, все равно здесь вот больше места. Ой, классно. Да, небольшие есть, да. Что-то сегодня этих мотобайков много, да? О, знаете, ездят. Бананы. Они вон. Ой, хорошо. Кайф. Вообще, вода, кстати, хорошая. Не особо теплая. Такая прохладненькая. Прохладненькая такая. Градус 26 я тогда. Кайфуля вообще. Кайфуля. Хорошо. Да, я заметила. Знаю тебя. Да, мне тут. Это. Вот по вот этой вот птичке можно понять. Здесь, по-моему, какая-то исследовательская станция, что ли. Вот это вот как называется? Ну, вот это вот здание это вот. С крышей такое интересное. Это как? Я не помню. Не помню, что это. По-моему, что-то там с космосом, если не ошибаюсь. Нет, не с космосом. Из космоса? Нет. О, какой-то темненький, да? Типа,
Солнечная электростанция. Да, кстати, это вот одна единственная, которая на весь шоколад. Да? Да. Жаль, здесь, по-моему, камни, что ли, подо мной? Здесь камень под тобой. Я чувствую, смотрю, что это такое. Камушек. Темненько. Большой. Каяк на тебя идет. Осторожней. Хорошо. Ой, и здесь, кстати, видишь, вот это вот желтые буйки прям далеко. Далеко. Вот, а там я... Там они все. А ты видел сейчас на это, на Сиене, там вообще... Ой, вообще, вообще. Там, считай, вода ушла, и все вот эти буйки на половину. Они да, приехали позагорать. Просто тупо. С таким же успехом можно было в Паттайе это сделать. Это сделать, кстати, да. Чем ехать? Поверни мне кольцо. Да. Ну, у меня вещь, она болтается тут тоже. Неудобно. Я его обычно так ртом так. А сейчас вода соленая. Особо так не. Да. Смотри, как красиво ногти смотрятся. Ё-моё. Ну, ё, хоть прям под венец. Такой, знаешь, какой-то чистый, красивый такой это. Маникюр а-ля... С нами поселился. Этот. Ну, поселился тет. У нас один боковой. Так, слышь, не скрывай мне обзор. А, ты охраняешь? Не знаю, есть крысы. Ой, да ладно, нету здесь крыс, что ты глупость говоришь? Нормально, тут все хорошо. Я читал. Ты читал? Да. Мы тут уже третий год отдыхаем. На Пхукете чего? Немец украл у тайца айфон. У тайца? Кстати, были тут на рынке недавно, помнишь это? Мужик-то вот это все, салат это делает, и суп-то. У него сын маленький рядом. А я смотрю, сын так играется. Айфончик. Причем не просто так, прошечка. Раз. И прошечка 15-я. Два. Да. Нифига себе, он тут зарабатывает. 56 тысяч стоит. Да. 100 ел, по крайней мере. Угу. Скоро, кстати. Здесь все будет с айфонами. Угу. Кто торгует, там еще что-то. Угу. И так далее. Все хорошо. Я бы не сказал, опять купальник сплошное дело. Но тем не менее. И даже, по-моему, с социальной рекламой есть, чтобы не брали кредит эти, да? 15 айфоны. О-о. То есть не стоит они того, чтобы брать кредит и платить там сколько лет. Блин, здесь вода такая чистая вообще. Я сейчас смотрю, знаешь, и вот если вот убрать вот немножко вот этих вот каякеров и вот эту лодочку, вот смотрится, как будто, знаешь, вот. Вот ты просто вот в чистом море. Ну, море есть. А никого нет. Каяк. Ну, хотят люди плавать, да, жалко. Ой, если бы они позагорать, они бы вон туда пошли, там вообще народу мало. Да, ну им там это нравится, видишь, они. Ну да. Пускай. Не, ну мы их сюда. Ну даже я говорю, ну а что вы там будете делать? Там приплыли, там огорожена небольшая, вот такая, метров 10 на 20, там да, вот такая да. Вот. Синий, желтый вот этими буйками. Вот, куча лодок стоит. Куча лодок стоит. Вода отошла. И там вообще купаться негде. И все вот купаются в этом огороженном, вот этом лягушатнике, можно сказать. Вот, а тут. Они шляпа одели и загорают. Ну, пускай загорают. Ну, я думаю, они просто позагорать приехали. Угу. Мне кажется. Ну, сейчас, может, позагорают, пойдут купаться. Ну, опять же, повторюсь, знаете, вот все вот, куда садимся, все там спрашивают, Сиен, сама это. И все едут, Сиен. Там, знаете, сколько народу на квадратный метр? Это практически как вот этот вот Тавайен, да? Уже стал по народу так количество. Так что вот, такой себе. Ну, я говорю, мы и были и там, вот. И вот здесь вот сюда, здесь осели и лучше все. Ну, конечно, кому как. Ну, мы вот свои предпочтения говорим. И все. Нам больше нравится тут. Да успокойся ты, господи, что ты глупости говоришь? Просто люди на тебя посмотрели, все, ты сразу уже въершишься. Смотрят. Ну, пускай смотрят. Что тебе? Смотрят. Я вообще с камерой очень многого не привлекаю внимания. Да, и все. Ну, да. Вообще. Мне вот вообще пофигу уже, знаешь. Хейтеры, не хейтеры, господи. Хоть бы кто-то подошел, сказал что-то. Все только улыбаются. Подходит и улыбается.
О, походу там эти ежи-то? Ежи? Что там, ежи, походу, да? Нет. Да вот, что-то они увидели и это... Чего? Испугались. Что такое? Может, там, кстати, есть камень тот? Кстати, да, скорее всего, камень там. Да, 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 да. Они сейчас сделали два синих, а один зеленый. Чего? Поменяли местами. А-а-а. Было два зеленых, один синий. А это что ли? Да. В середине был синий, а по бокам зеленый. Сейчас сделали два синих и один зеленый. Короче, вон эти, видать, увидели там ежей. Да. Ежа, да. Сколько там времени-то уже? Три часа. Пока. Может, давай без обеда? Я вообще есть не хочу. Давай без обеда. И тебе полезно. Но из воды вылазить надо. Ну, понятно. Надо. Иди давай. Ой, прикольно она. Разгрузочный день. Да, давай сегодня разгрузочный. Ну, просто честно... Такое? Что? О! Ё-моё! Это какая-то... Это маленькая медузочка. Это не маленькая медузочка. Я пошла. Блять. Это медузочка. Какая-то травка. Нифига не травка. Ты видела, она вот так вот пульсировала, блин. Травка, фига себе, травка пульсирует. Я уже такую вот я взял вот. Да? Да. Я тебя потом не буду... А еще какая-то где-то, это, по-моему, палочка слава. Я тебя потом мазать не буду. Иди отсюда. Откачивать не буду. Ой, что это такое? Черненькое. Ё-моё, медуза, что ли? Вон, смотри, это как травка. Не знаю, как гирлянда какой. Ё-моё, бля, потом. Страшно. Что он сумел? Вон, нога. Да, как будто как стрекательные мышцы, тьфу, уськи. Писец вообще, ой. Короче, что-то страшное в воде. Вова, ты в прошлый раз выпендривался по поводу «мне не жарко», «я не обгорю» и так далее. Сейчас ты уже с медузами заигрываешь. Поверь, с медузами откачать тебя будет сложнее, чем помазать тебя алойкой. Да, это придется на тебя писать, ты понимаешь? Мне придется на тебя пописать. Нет, я, конечно, могу постараться. Ты сам знаешь, у меня проблемы могут быть с этим. Особенно при людях, на тебя. Или придется самому. Вообще-то это берется сок. Да я знаю, там уксус, по-моему, или что-то такое. Они заливают. Заливает. Да я шучу, господи. Не, а вот это вот какая-то фигня, да? О, смотри. Вот эта вот фигня ко мне постоянно попадает. Смотри, она как и желешка. Да. Смотри. Видишь? Вот именно, вот я тебе. Она мне постоянно в руки попадается почему-то. Да. И внутри. Слушай, а может быть это. Знаешь, как эти. Икринки внутри. Может быть. Это типа, как, знаешь, кто-то отложил икру. Икру метает, да? Да. Ты смотри, чтобы тебе в попу это не попало, а то в тебя икра там. Глистов тайских привезешь. Смешно прям. Нет, кстати, таких очень много. Они мне в руки попадают, и я такой ощущение, как будто рыбки. А это на самом деле кто-то тут, не знаю, нагадил, да, мечет икру. А, кстати, реально очень похоже на икру. Причем, видишь, она такая, как желешка. Тайцы тоже увидал. Тоже, да? Тоже. Да? Тоже ежик увидел. Вот еще одна. Еще одна? Тоже? Медуза. Ну-ка. Да, во, видишь? Мелкая, да? Да. Ну а что это такое? Ну, смотри, она пульсирует, ё-моё. Фиг знает, что это такое. Просто мелкая. Ну, мне уже касалась она. Ну, бля, мелкие не очень опасные. Это как вот это вот, ты достала. Слушай, ну фу, это бяка. Круглая. Вот, может, они тут и накакали? Ну, в смысле, на... Нагадили? Над... А кто это наделал, да? Кто это наделал? Слушай, ну страшно. Что-то какая-то фигня. Ой, еще одна. Чего? Вот. Слушайте, в воде какая-то херня. Я не знаю. Постоянно меня что-то касается. Понятно, да? Вчера, когда мы были на пляже, этом, Донгтан, там же прям такая большая. Дура, блин, здоровая, да. Вообще они прозрачные. Да? Так что ты... Ну... Это какой-то тоже организм, но это не было. Ну, короче, мало приятно. Я тебе говорю, меня что-то подкусывает. У меня ножка уже подкусывает. Вот. Ножка болит. Вот это подкусывает, вот. Да? Как раз вот эта плечка и подкусывает. Вот.
Вот это я... Ну-ка, посмотри, вон. Это что такое на сиське у тебя? Вот это? Это тебя куснуло, вот это штука? Прыщ. А, это... Тьфу. Это тебе... Скотина, напугала меня. Я уже думала, тебя тут съели. Чё? Боюсь, что муж съест, да? Нет, боюсь, что тебя откачивать придется. И кучу денег придется на транспортировку твоего туловища. У меня страховка. Это хорошо. Сколько там за тебя мертвых дают? 400 тысяч. Мало. Ну, ты не стал страховать меня. О, больше. Вон сразу две, Вова. Вон, 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 вон сразу две. Смотри, сразу две. Вот, вот, вот. Ага, вот, и вот еще вон две. Бля, еще две. Ничего. Слушай, какая-то херня. Спарился, побежал смотреть. Сразу. А что там, спарился, спарился? Слушай, ну серьезно, какая-то вот фигня такая. Это трава. Трава какая-то. Да никакая не трава, ну что ты гонишь? Трава. Нет. А почему он меня кусает? Фига себе, кусучая трава. Это что, такой новый организм? Да, это трава. Ну, серьезно какая-то, осторожно. Ну, какая-то фигня. Вот оно, вот оно, вот, вот. Да, это да. Я даже трону. Ну давай вот так приподними, давай, да, давай, да, давай, да. Давай, 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 давай. Раз, два, три. Да. Нифига себе, ты видел, это медуза. Это медуза, желешка. А медуза какая должна быть? Желешка, и она и будет. Просто писец вообще. На, короче, эти, куча медуз. Ты видел, она как шарик такая? Да. Да, это медуза. Вот, только он вот еще, вот еще. Еще? Да. Это что, она оборванная? Вот еще, вон, смотри. А она что, вот оборванная, да? Вон, смотри. Блин. А короче, что, куча медуз. Ребята, будьте вот, осторожны. Да. Медузы. Медузы, ё-моё. Так, пошли ближе к берегу. Наверное. Да, пойдем там. Если это действительно они. Ну, это серьезно. Ну, ты видел, вот ты сейчас вот чуть-чуть ее приподнял, и она да. Такая, как желешка стала. Я не хочу тут какой-нибудь кораблик подхватить, и все. Ну, кораблик здесь нет. Ну, уж я не знаю. Все, а вот здесь вот в лягушатнике, вот так, сиди. Так. Давай, плюха, давай. Нету, да? Я не знаю. Ну, короче, медуза, писец. Ну так, давай, плюхаемся. Ня-ня-ня-ня. Что это такое, вообще непонятно. Шо это? Вай, мама, шо это? Вай, мама, шо это? Вон, кстати, парень тоже с камерой идет. Снимай, катается. Да, собаки вам, как всегда. Блядь. Ну. Что, девчонки купаться пошли? Где-то. Вроде бы. Да. Ну. Короче, вот так вот опасненько тут воды бывает. Опять рядом со мной эти штучки. Как будто это как это, кусочки медузных лапок. Кстати, вот эту, которую фигню я подняла, так как будто как кусочек вот этой вот лапки. Ее. Может быть, нет. А может, да. А может, да. Ты ее вытащи, пытайся. Что это такое? Как-то страшно. Там такая же, как круглая, мол, есть. Много-много. А черненькая, это, походу, как это, ее... Не знаю, как называется-то. Кровеносная система. Вообще медузы в виде купола, если что. Угу. Они круглые. Ой. Короче, вот так вот, будьте осторожны. Море таит в себе много, много загадков. Много тайн, скажем так. Ой. Пойду, наверное, вас отнесу. Вот, чтобы это лучше контролировать медуз. А то так это буду отплывать и даже не знать. Вот, не думайте, что это пакет, возможно, это медуза. Реально, кстати, очень много вот таких вот этих хвостиков, палочек. Страшно. Страшно. Не, может быть, они, конечно, не такие свирепые, как какие-нибудь кораблики португальские, но мало приятного, да? А, они такие яркие, синие. Ну. Кто-то... Не, не мешай. Это не смешно, если я приезжаю с дочкой. Ага. Сразу говорю, Нины и Вовчика нет. Я говорю, даже обидно. А вот и мы, да? Да, привет. Меня Оля зовут. Привет. Привет.
Я... Нина. Нина. Прям... Я прям это... В марте вы когда были, здесь, мы когда вылетали сюда, я еще вам писала, типа, вам может что-нибудь привезти, а вы там сказали, пишите в личку куда-то там, а у меня других соцсетей нет, как бы, только в YouTube. Вот. Вот в России закрывают YouTube и все, и тогда народ даже не найдется. А приехали, ну что, погода плохая, вряд ли вы приедете, как бы это, осталось смотреть. Я еще вас смотрела, когда вы первые разы приезжали, еще когда пиратский путеводитель там. Старинные, так сказать, зрители. Да, да. Вот, а потом, этот канал, то есть я не знаю, ну, как в Таиланд собираюсь, как ностальгирую, там, рассмотрю. Вот, и в этот раз, говорю, ну, Лалисе, она сейчас приедет, сразу купальник идет. Говорю, это, блин, мы еще здесь, мы уже во вторник уезжаем. Говорю, блин, Нина и Вовчик сюда едут, говорю, а мне уже зависть берет, что они сюда едут. Хотя мы еще сами здесь. Да. Вот. Во-во-во, смотрите, вот. Мы вот таких штук вот очень много здесь встретили. Вот, а еще такое? Вот такая вот икра какая-то. Но это да, медуза. Это медуза, а это я вот говорю. А это вот чья-то икра. А что она? Безобидная, значит? Ну, вроде да. Не стрекается. Такие маленькие в реальности. А я похудела еще. Не, ну я смотрела. Не, я смотрю, я реально так вот, ну, как там смотрю. Вот скажите им всем, что я маленькая. Нет, ну, меньше, чем, так и вовсе в два раза меньше, чем на экране. Конечно. Это он просто... Это он просто похудел. Тоже худеет. Да не, он ведь в прошлый раз обгорел тут вообще. Я говорю, одень майку не одену, одень, а потом уже, это... Да, уже уезжать, я говорю, давай ты уже вот хоть последние пару дней съездим сюда. Ага. Вот. А еще, я мастером работаю. Ну, как бы... А я, кстати, вот тут недавно сделала. Здесь. А я смотрела в прошлый раз, когда вот вы долго здесь жили, вы ходили к девчонке в большом комплексе. Seven Seas, да. И вот то, что вот, ну, как бы, типа, это же здесь запрещено, как бы, я иногда тоже такая, ну, фантазирую, там, думаю, там, отмужу. Ну, она, да. Это, и думаю, вот меня же за это могут вообще прикрыть. Ну, поэтому я не показываю, ну, кому вот, чего. Да. Просто ну, пошла. Ну, я сижу с своими клиентами, да, смотрите, декор делаю. Ага. А сама говорю, смотрите, я смотрю, как бы, ребят, вот, я говорю, у них адекватные подписчики вообще, говорю, вы можете вот свое мнение сказать, там, я не начинаю ничего хорошего, говорю, ничего плохого, говорю, просто смотрите своим взглядом, идут 10 видео, и скажите, как бы, ну, люди приятные или нет. Ну, все, как вот, у меня девчонки приятные, все адекватные, да? Да, говорят, адекватные, нормальные люди, ну, просто что, вот, сами недалекие, как бы. Вот. Раскрывается тайм. Да нет, президент, во, смотрите, во, икра. Лолита, иди тут, познакомься. Поближе. Во! Да, вот этот экран, он разделяется вот так вот. Да? Мне кажется, вот эти круглые сначала идут. Здрасте. Это Лолита. Да. Очень приятно. Еще одна, да, наловила? Да. Ё-моё. Посмотрите. Это чья-то икра такая. А вот мы думаем, кто тут нагадил. А, нет, такого не было раньше. Да вот мы тоже приехали, все первый раз вообще. Вот там ежи, кстати, мы знаем. Там камушек и там ежи. Ну, а мамки бить очень много. А вы всегда только вот на этом пляже? Да, знаете? Мы что-то сначала на Тиен, а потом как-то сюда и на остались. На Тиене когда отливов нет, тогда очень хорошо. Там прям такая голубая вода. Хорошо. А сейчас мы вон двух девчонок тоже ехали. Медуза? Где? Да. Вот она. Во, смотри, что ты там искал. На, вот смотри. Да, вот. Вот я ее так же держал. А вы в этот раз надолго? Да, мы в этот раз на 3 недельки. Медуза, наверное, делится так. Когда улетаете? В первых числах. Да, в принципе, мы-то тоже во вторник уже улетаем. Ну, отпуск быстро заканчивается. Ну, может, если будет все хорошо, может, еще и на зимовку вернемся. Как говорится, сейчас, знаете, китайцами летели, очень удобно. А мы тоже, мы второй раз, мы в марте. А вы кем летели? Мы Сау. Саузен, вот это, которая... Истер, да? Да. Южные авиалинии. Южно-китайские. Мы летели, как? Еще есть западно-китайские. Шэньчжэнь и Гуанчжоу пересадка. А у нас вот Шанхай пересадка. Ну, на обратный путь у нас 10 часов, в прошлый раз 15 часов было. Ну, все это за... Пересадку? Да, то есть сколько это? Не, я подбирала. У нас 2,5 часа туда и 4 часа обратно. Ну, я боялась, думала, не успеем, я там начиталась. А я сама думала. Я думаю, там полезут в попу проверять, там еще не нет, сначала же там было после ковида. Паспорт здоровья нужно было заполнять. Но вот мы как раз в марте долетели, это отменили. Вот и были очень. Да. А сейчас получится. А так мы прошли вообще моментально. Быстрее даже, по-моему, чем в Катаре вот мы проходили. Там, по-моему, даже сейчас. Минут 20. Это едят, а в том году мы тоже с собой прилетали. Ага. Мы летали этими, господи, в Омане, Оманские авиалинии. Там, конечно, так покомфортнее, но чуть-чуть подороже было. Ну, для меня, например. Но мы просто купили билеты за неделю.
до поездки получается так, что Катар, там всякие Эмирейтс, они, знаете, они стоили там 300, 400. Ой, да, мы за, блин, месяц, мы за 100 тысяч 2, купили туда-обратно двоих. Мы тогда летали когда. А мы, у нас где-то 100-110 тысяч получилось за двоих туда-обратно. Двоих туда-обратно, ну у нас так же. Хотя, капает что-то, дожечка. Когда на зимовке здесь были, мы это брали Катар. Ладно, короче, я отнесу камеру, чтобы это. Сейчас вернусь, поболтаем. В общем, вот такие зрители. Вот, как говорится, мнение зрителей о нас. Мы мельче, что мы нормальные. Да, людям надо быть добрее. Да. А вот заметьте, те, кто часто отдыхают, загорают на солнышке, они, мне кажется, более добрые. Так что чаще отдыхайте. Я даже когда на работе злая уставшая, сижу, беру, как бы я с удовольствием смотрю. Мы еще там, ну, я эти. Дмитрий Анна Бай смотрю, тоже они. Ну, да, я тоже периодически поглядываю. Да. Тушки приятные ребята такие. Они еще любят немножечко так. Да, прикольно. Мы уже немножко вышли из этой категории. Да, еще мы встречали, ну, лысого вряд ли вы такого смотрите. Такой. Знаем, Артури. Не-не-не-не, Артури это ж... Он сейчас, он сейчас лысый просто. Ходит тоже. Он может встретиться. Он сейчас здесь, да? А он здесь живет, по-моему, на стайке. Нет, а я смотрела, он в стайке живет такой. Не помню, как его зовут, лысый. И у него жена Анька, он ее зовет, Анька. Таечка. Да, и мы тоже так случайно возле этого Батай-парка встретили их. Ну, когда были в том году с сестрой. Вот. И еще, как это называется, Майтай Клаб тоже, ну, девчонка молодая. И вдруг у нее такой возраст, ну, как возраст, может, 45 лет. Ну, понятно. Тоже их встречали. Ну, они такие... Ну, знаете, как бы это, ну, это более пафосные. Мы тоже в Тукинке ехали. А я такая, знаешь, я тут такая, за коленку его хватит, этого, а мы здесь этих еще встречали, как, вот так. А, вот так, вообще, ребята обалденные, тоже их смотрю. Да, тоже прикольно. Я тоже уже жду, когда они типа сюда приедут. Мы тут раз тоже были здесь, они были здесь и тоже там улетали. Ну, вот с ними я не знаю. Так, ладно, ребята, пойду я вас отнесу. Вы болтайте, я сейчас уже приду. Хороший понемножку, вот так вот. А мы с вами увидим в следующем выпуске, как говорится. Всем хорошего настроения. Вот видите, какие у нас приятные зрители. А, хорошо. Вода прибывает. Красота. Наплюхались. Вот, так что видите, ничего страшного в этой медузе нету. Ну ладно. Слава богу, нам показали. Мы оба с Вованом Сыкуной. Еще те. Красота. Прибой. Красота. Короче, дело к ночи. Короче, вот так вот. Все. Увидимся в следующих выпусках. Всем хорошего настроения. Приезжайте. Будьте добрее. И тогда все у вас будет хорошо. Все, увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.